Алло, что с битрейтом сразу, блядь? Битрейта, вау, блядь. Вау! А ебать, сразу 100 битрейта, найс, блядь. Стримы нахуй. Ку-ку-ку-ку. Цибуля, ку. Ку цибули, блядь. Охуенно, блядь. Ёбаный рот, блядь. Ебать мой хуй, блядь. А шо с инетом, блядь? Ёб твою, блядь. Мужики, алло. Ку-ку. Да сука, что-то с Wi-Fi, блядь, что-то с этим минетом, блядским. Хуй пойми, блядь. Что-то, сука, с инетом, блядь, что-то лагает, блядь. Все, сука, лагает. Я того ебал, рот, блядь. Что такое, нахуй? Шо вы, головы, блядь? Шо вы? Все нормально? Все охуенно. Найс. Шо, как дела у вас, мужики? Пиздец, я ебал то все нахуй. За носом. Кровать king size? Да, кровать king size. Возможно, ластовый стрим, хуй знает. Может и нет. Не, ну я типа... Хлопцы, я не знаю, что делать. Будь ласка, допоможите. Короче, какой план, мужики? План вообще ебнутый. Ебанутый план. Я видел Рому, блядь, Рому жалко, пиздец, конечно. Я того все ебал. Я того все ебал, честно, блядь, пацаны. Просто пиздец. Блядь, я того все ебал, блядь. Ты что, накорился с утра? Ты что, Вась, ебнулся? Я проснулся, поел... Сейчас жду, пока еда перетравится и пойду тренироваться, потому что пока все спят. Тут пока все спят, сейчас все попросыпаются и все по пизде пойдет, любая тренировка. Мне надо потренить сегодня. У меня спинка, надо спинку покачать немного. Так что мы пойдем сейчас в зал, попиздим и пойдем в зал. Бля, пацаны, предчувствие дерьма, честно. Просто предчувствие дерьма. Ну, у меня есть несколько идей, что делать. Ну, во-первых, бубундить мы не будем точно. Бубундить мы не будем, это 100%. Ну, не скоро. Очень не скоро. Очень не скоро. Кстати, лол, чекни. Чекни, блядь. Ну, может, сейчас мы что-то придумаем. Лол, а ну, чекни. Чекни ТГ сейчас. Не, ты докажи. Пари рури рури рури.
А кинь еще Бурмалдову, что я тоже стримлю. Короче, будем, знаете, что делать? Будем... Не, да бубунда, похуй на бубунду, типа... Пацаны, я тут... Ну, типа, минус контент. Минус контент, что робити? Охуеть, кайф, реал, с кафешек и торговых центров. Вась, ну да, ебать. Ну как я могу на улице постримить? У меня телефон взорвется в руках, блядь. А я вообще не хочу. Вообще не должен был сегодня стримить, а чисто так попиздеть, поделиться с мыслями, пойти потренироваться. Но я еще и соскучился, пиздец. Ну и так вчера, блядь, ебать, на двух стримах, на трех был. Ну я тут чилю, я же говорю, я тут чилю. Скоро вернусь в Стамбул, мы будем что-то делать. Пиздец. Вы бухали? Нет, я не пью, мужики. Я не пью. Я не пью. Ну, просто, типа, предчувствие мне хуёвое, мне немножко очково в плане. Но я не хочу въебывать канал, так что я не буду грязючку делать. Нахуй оно мне надо? Ой, блядь, потому что если я въебу, я хуй знает, что делать. Честно, мужики, вот честно, клянусь, не знаю, что делать. Но есть идейки, ну, блядь, но я не хочу никакие ютубы идти, кики, блядь. Вот это все. Я типа боюсь, пиздец. Ну, бабок, деньги у меня есть, мне похуй, типа, я могу вообще не бубундить в целом. Ну, типа, у меня будет все равно доход. Потому что у меня есть мой хороший любимый друг Никита, который мне всегда поможет. Но, блядь, ну есть варик. Есть варик один. Ютубчик, все дела. Ютубчик, ютубчик-пупчик, ютубчик. Так, чисто на ночном, нахуй, двигаться туда. Ну, блядь, ну это не самое важное. Ну, типа, изначально канал же был создан для, блядь, не для бубунды, а для контентика. Да не накуренный, я курю, блядь, а в Дубае тут запрещено, Вась, ты что, въебался? Тут запрещено, нахуй, все это исполнять. Ты что, меня могут казнить? Нахуй оно мне надо? Почему Twitch банит стримеров из Украины? Законы. Законы России. Законы запишите опилку. Пусть на максимум ограничивают показы в России. Ну смотри, тут такое дело, то что нас смотрит больше русской аудитории. Ну, у меня типа 30% украинской аудитории, 70% русской. И если у тебя переважает какая-то аудитория, то тебя ебашут просто по признаку больше аудитории. И вот так, пам, и все. Но, because my viewers is not only Russian in Ukraine, and the American Great Britain, USA, hello my English friend. Hello, how do you do? My name is Lloyd, you very cute. How you fine? What's up? Пишите на английском, типа у меня зарубежная аудитория. Hello, today I'm go gym. Gym, I need pump biceps and... Hello. Yes. I show you one hand and five push in pull. А я смогу так отжаться? Вот так, типа. А не, смогу, ебать. О, стронг, нахуй. Фу, ебать, нихуя что-то в боку закололо. Winner, yeah, it's me. Power, yeah, I'm power, man, very strong. How do you do? You find my guys? I'm live in Dubai 2 weeks, and I wanna go gym. Yes, and I need wait my friends. Костя and Слава, he is sleeping today. My friend wake up and go to mall, движ, пари рури рам, клуб. Ну, you understand, yeah?
Хи. Хи, сука. Щи, это она. Хи. Хи. Fuck yourself. Это еще за, сука, дам хай, fuck yourself, блядь. Пиздец тип, еще и по инглишу балакает. Yes, of course. О, Зарк написал. Hello, дебил. Why you speak English? Man, I'm speak English. And not... I understand very big, very more language. I'm linguist. Cindy SKS. Cindy, hello. Sorry, I'm not understand, Cindy. Please, take English. Read me English. I'm not understand. Read English. I'm not understand. Sorry. Your name Zloyan? Yes, I'm Zloy. Translate English angry, ебать. Angry. How are you? I'm fine. I wake up 20 hours and go breakfast, eat breakfast, and return my number room, smoking cigarette, and connecting in Twitch, translate for you. Kiss my ass. Пошел нахуй. Loser, no. Hello, guys, how do you do? А ну-ка стой, сука. Клоун, тебя насрать на зрителей, тебе просто не заплатили, поэтому и не играешь. Вась, у меня, типа, ты даже не представляешь, Вась, ты даже не выкупаешь. Ты, сука, даже не выкупаешь, ты понимаешь, ты ничего не понимаешь, ты не выкупаешь, ты кто, блядь, ты, снич. Ты не разумеешь, блядь, вообще. Если мне не похуй, ты понял, мне не похуй. Было мне похуй, я бы сейчас бы ебанул тебя пермачом. Ты понял меня? Мне не похуй. Тоже мне пиздит. Нахуй ты стакан сломал? Да я хотел фокус показать, сука, не получился фокус. Фокус-покус, блядь. Блядь, надо сейчас курить сишку и идти заниматься в зале, потому что пиздец. Еще надо чекнуть. Я так понимаю, ты хочешь набрать вес, когда... Не-не-не-не, я не хочу набрать вес. Я хочу просто, чтобы я весил 80 килограмм, и я был таким секси, чем... Чтобы у меня рельефчик был. Ну, чтобы было приятно трогать. Блять, приятно трогать. Ну, просто хочу хорошо выглядеть. Зачем стакан сломал? Да ты что, сука, официант, что ли? Да мы не платили за стакан, мы съебались. Не, ну нихуя там в чеке, я заплатил, я закинул. Ну, может, и не платили. Вообще-то надо не платить. Вообще-то у них предусмотренная такая хуйня, и есть запасные стаканы. А если ты будешь каэтик на украинском стримить? Здорово, хлопці, сьогодні в нас бурмалда, зараз ми будемо грати. Так, зараз ці собачки, цікаво, скільки вони нам дадуть грошей? Хлопці, зараз... О, ніхуя собі будок наставив, а фрутпаті це уєбаний, якісь горішки падають, блядь, черешні. Ох, йобаний рот, блядь, це що таке мені всипало, блядь? Це що, Максвін? Та ти що, блядь, куплю корову, мамі привезу. Я хуєю. Отак, типа, розмовляти, чи як? Хлопці, я дуже вмію балакати. Ну, сука, если честно, сложно, потому что я, ебать, на суржике умею разговаривать. Я вырос в деревне, ну, я вырос в центральной Украине, я не могу розмовляти чистую українською мовою. Так що, вибачайте, будь ласка. Ну, просто я не сильно умею балакать так, типа, знаете, типа, вау! Ну, у меня есть кент в деревне, Антон, блядь, ебать, он так чисто на украинском говорит, блядь! Вась, я когда-то шел с малышкой вот так, и он вот так посвистел пару раз, и она говорит, нихуя себе он говорит так сексуально, у него такой чистый украинский язык, ого! Я выкупаю, что, блядь, она уже ложит глаз на моего близкого, ну, типа, просто из-за языка, ну, просто он так, типа, говорит. Говорит. Он так размовляет. Вась, ты шо? Такой чистый. И такой, знаете, так мурчит немного. Прикольно. Ну, сука, Рому жалко, пиздец, блядь. Блядь, ну я не готов к такой хуйне. Ну, я, ну, не готов морально. Я, типа, если я сейчас такая хуйня произойдет со мной, я, наверное, даже на днюху не пойду, я улечу. Скорее всего, домой что-то делать. Ну, типа, потому что у меня активизируется вот эта темка, нахуй. Тильт, и я просто вылечу нахуй сразу. Я не вывезу, типа.
по морали. Нахуй он стрим врубил? Чтоб ты спросил, блядь, ёбик. Пфф, обидно. Не домой, а в Стамбул, правильно сказать. Не, в пизду, все. Слишком лакомная жизнь была, слишком сладкая. Бля, я вам, бля, буду, мужики. Вот два месяца жил, вот в зал хожу, кайфую, да, весь движ Париж. Бля, и так все охуенно, думаю, ебать, все круто, сука, так охуенно все. И я такой сижу и думаю, блядь, ну не может же так все быть. Ну, сука, ну не может быть, сейчас что-то будет. Сейчас что-то должно будет быть. На нахуй. На. Зоня, в данном стриме будет присутствовать Костян, поганый хлопец, дуже хочу его побачити. Не, мы просто запустили, все спят, я пойду сейчас покурю сишку, пойду в зал, качнусь. Ну, типа, мы начали, мужики, у нас пока влоги, вы поняли, у нас влоги. Где донаты? Кстати, могу врубить. У нас пока влоги, понимаете? Типа, я бы раскуривал что-то, но я, типа, не, ну... Блядь, во-первых, жарко, пиздец, у меня телефон садится уже 10%, ушло за 15 минут. Погу влоги, да. Но мы сейчас будем качаться, пацаны. Хотите со мной в качалку или нет? Вот. У меня спина, у меня упражнения. Могу вам прочитать. Ух, нихуя себе. Фиолетовый, брат. Ну, ёб твою мать. Ну, шо ты. Жаль, мне не слышно. Не, нихуя. Короче, я просто так не сдамся. Мне похуй. Я просто так не сдамся. Не, вы что думаете, я тупо начну плакать? Да не, мужики, я просто так не сдамся. Блядь, ну я буду очень что-то думать. Пиздец. Мужики. Пиздец. Ну ладно, перерывчик делаем. Я просто прочитал камфу немножко. Не, я читал камфу. Не, все нормально, пацаны. Ну типа, может быть мой последний стримчик просто. Так, чисто. Знаете, если что, в ТГ, все в ТГ, ссылки в ТГ. Основной ТГ, лол кидает, найдете там. Короче, мужики, если меня снесут, вот так, будем честны. Я дам о себе знать, поверьте. Типа, вы меня, я просто так с вашей жизни не уйду. Вы, вот бля буду, вот просто так я не съебусь. Я вам бля буду. Просто так, хуй вы меня забудете. Я вам отвечаю, я вам клянусь, блядь, что просто так вы, вас память не, я вам бля буду. Поверьте. Просто так вы меня не забудете. Надо это расценивать. Я просто уже морально готовлюсь на всякий случай, чтобы я, короче, поняли, чтобы я тебя не накручивал лишней хуйни, чтобы я, типа, ну, не в эйфории был. Просто так это не будет. Ну, типа, блядь. Не, ладно, если меня забанят, то я, может, займусь своей личной жизнью, наконец-то. Займусь своей личной жизнью. Буду с Тяночкой. Ну, посмотрим. Будет, может, детей рожу. Па-пам, па-пам. Не, ну это типа шутка. Не, ну я типа буду дальше продолжать. Вот я и моя Тяночка, допустим. Вот так мы бы стояли, она была такая маленькая. Бам, кому ты изменяешь, сука? Кому ты изменяешь? Ладно, это шутка. Я так бы не сделал. Ну типа... Это подушка. Тянка. Что вы осуждаете, блядь? Это просто подушка, блядь. Да это я шучу, блядь. Ну типа, ну я так никогда не делаю. Ну что вы тоже напридумывали, блядь? Уже рэп, плюс рэп. Какой плюс рэп? Нахуй ты пишешь плюс рэп? Я нихуя такое не исполняю никогда, блядь. Какой-то черт еще пытается в Дискорд меня войти. Блядь, иди нахуй. Что ты там в Дискорде найдешь, блядь? Ничего. Блядь, ну, есть варианты. Всегда. Но я типа наготове. Я такой, не то чтобы я паникер, но... Такой типчик, знаете, типа... Рому? За что? Ну, вы все видели. Шо, бебе?
Что, ББ? Лол. Вы бы не смогли писать, дурачки. Вы бы не смогли писать. О, ебать, Паламин ответил. Наконец-то, ебать. Сейчас. Сейчас, мужики. Короче, держи в курсе, я тут у 28-го. Но мне важно с тобой сделать трек. Вот в приоритете с тобой трек сделать. Как у тебя будет вам там 2-3 часа свободного времени, я Славу выцеплю, и мы сделаем. Или вдвоем сделаем, без Славы, похуй. Типа, сделаем грязь. Что вы, сука, эфаете, блядь, ну нахуй вы это пишете, ну я ебать и так настрём, ну нахуй вы это исполняете, ёбаный ротик, блядь. Все ж нормально, блядь. Или не нормально, нахуй. Все ж нормально, блядь. Не нормально, нахуй. 1, 2, 3. Алло. Все ж нормально, блядь. Не нормально, нахуй. 1, 2, 3. Пиздоболы, блядь. Сука, ебаные пиздоболы. Ебаные пиздоболы, блядь. Чего пиздуй? Вот и все. Так все, не будем прощаться. Все, расслабьтесь, на. Сука, блядь, взял презики, даже ни разу не открыл, нахуй. О, открылся, ебать, нихуя себе. Ладно, уже открылся. Ладно, надо идти в зал, мужики, потому что тоже пиздец с вами, блядь, одно дело. Здесь с вами одно дело, а, блядь, надо спортиком позаниматься. Позаниматься спортиком, плечики. Ебать, хрустит, сука. Опа, сейчас спинку будем трахать. Ну, не меня, конечно, но спинку будем делать, Сара. Ну, на фишку дефолтную надо кинуть. Блядь, тут еще так жарко, я того все ебал, нахуй. Жара, блядь. И что, мы будем общаться или будем эф писать? Типа, я не понимаю. Гоу со стримом в зал, да я ж так и хочу. Получил бан от еще во время прямой трансляции. Не, лол, это шутка, что ли? Бля, ну я не хочу бан, честно, я не хочу. Страшно. Вся жизнь, блядь. На этом канале у меня, я не хочу просто так уебаться. Вся жизнь тут, пацаны, вы чё? Типа, вся моя жизнь. Не знаю, кто не виноват, блядь. Да, блядь. Да, блядь, я даже не знаю, насколько... Я знаю, насколько... Я знаю, что это за бан. Я знаю, как он работает, блядь. Я знаю, какой он, блядь. Не, да по бабкам поебать на бабки вообще. Когда касается, блядь, речи о канале, вообще похуй на деньги. Никакие деньги, блядь, не дадут тех эмоций, которые дает Twitch, пацаны. Вот никакие бабки, блядь, не дадут тех эмоций, которые дают стримы. Вы не понимаете этого. Это невозможно. Типа вы, если бы вы были бы стримили, вы бы поняли. Потому что, блядь, даже миллион долларов не дает там тех эмоций, которые, блядь. Мама звонит, ёпта. Сейчас. Мама звонит. Да, ма. Мам, да. Артур, скинь мне гроши. Мне не хватает грошей на операции. А сики надо? У меня есть 17, а мне треба 23. Зара, я все дам, чуешь? Давай, будем делать операцию. А ты что, в больнице, Зара? Ну да.
Все, я скажи, пускай подчекают, зараз все будет. Слухай, карточка 38-37, ты мне скидал уже на ней. 38-37. Я позвонила. Сейчас сделаем, мам, сейчас сделаем. Давай. Так, подождите, мужики, маме надо деньги скинуть. Будьте добры, зачекайте одну хвилинку, будь ласка. Сейчас, мужики. Подожди, шо, какая карта, блядь? Сейчас я еще раз позвоню. Что-то я не выкупаю. Блядь, ёбаный рот. Сейчас. Сейчас я мамке позвоню. Да шо вы эфаете, блядь? Да все же нормально идет. Да что вы, сука, меня троллите? Ёбаный ротик, нахуй. Сейчас. Нахуй. Вы троллируете. А я забыл карту, блядь. Тридцать восемь, тридцать семь? Или что? Сейчас, подождите. Мне в приват зайти надо. Блядь, тут еще по номеру. Тут такой, блядь, еще хуй зайдешь. Блядь, мне надо с этого телефона кидать. Сейчас, мужики, подождите. А, нихуя у меня заходит, блядь. Какие токены, блядь? Мама, дивись, я в Дубае, в друга дома. Тут такая кухня. Блядь, ну это... Срать захотел, блядь. Блядь, срать захотел, мужики. Что-то захотелось, блядь, мне в зал идти. Ну, надо терпеть, но я не смогу с вами пойти. Ой-ой-ой, мужики, нет, с вами я точно не пойду. Я еле ссать, блядь, с вами, а срать это пиздец. Нельзя терпеть, ну, по факту. Да заебался срать, я с этими братиками, они меня откормили, блядь, как свинью, блядь, на убой. Я просто, блядь, ем по 6 раз в день. Мне уже пачка, нахуй, смотри, какая у меня пачка, ебать. Так, сейчас подождите. Сейчас я маме деньги скину. Сейчас. На балкон иди. Не, я сишку еще не докурил, блядь, это надо ее добить. Сейчас маме мы скинем денег, а то у мамы денег нет, а у нее операция сейчас. Ну ничего серьезного там, блядь, надеюсь, ничего серьезного не будет. Короче, у мамы просто вены на ногах и этот. Вены на ногах и варикоз, да, и надо, короче, что-то с ними сделать. Надеюсь, она же нормально пройдет, блядь. Варикоз, да. Ну, это же, типа, не супер опасная операция. Ну, я ебу, блядь. Фу, страшно просто в моменте. Ну, его нахуй. 58%, блядь.
Фу, ладно, идемте на тренинг, нехуй сидеть, блядь, ну, не по-пацански не добивайте, конечно. Да, уже добил, блядь, стакан мою сишку, найс. Блядь, сейчас заниматься, сейчас спинку качать, хуй знает, как ее выкачать. Еще, блядь, солнце светит, да я ебал. Сейчас будем заниматься в зале. Оставь нас на балконе с видом... Ой, блядь, мужики, это что-то... Не. Нормально. Блядь, ладно, я вас иду оставлять и иду срать, ну потому что я... Я даже пернуть боюсь, поняли? Типа поджим... на поджиме. Еще сишка дает, я еще кофе попил, и сишка дает о себе знать, типа... Типа она такая, ну брат, надо. Все, пизду. Не хочу курить. Так, я на быстром. Я на быстром. Бля, 57% уже, пиздец, телефон. Блять, куда бы вас, я вас салфеткой накрою, я вас полотенцем накрою. Все, не слушайте. Не слушайте вообще. Не слушайте. Да нет, что-то я не хочу уже, ебать. Что-то мне некомфортно, нахуй, так. Да все, в пизду. Потом посру, блядь. Все, пока, нахуй. Не буду я вот этим хуйню заниматься, все. Все, идите в пизду, блядь. Я не буду срать, нахуй, все. Сука, извращенцы, блядь. Ёбаные извращенцы, блядь, иди посри с нами. Да что это за хуйню вы напридумывали? Короче, мне надо... Мне надо носки, я не знаю. О, один нашел, второй нужен. Да я не могу, блядь, ну я не могу, все, пизду, нахуй. Надо идти заниматься спортом, мужики. Бля. Ебать они черные, я хуею просто. Ну ладно, мне поебать в каких заниматься, если честно. Понять, не? Выброси. Это же спорт. Ну типа поебать вообще в каких заниматься. Сейчас мы посмотрим, на что я могу без... Блядь, только не заебывайте, окей? В зале, ну типа... Вот так не делаешь, блядь, так делай нахуй, вот так надо, вот так не надо, только без этой хуйни, честно. Ну, вы поняли, да? Ну, типа, я знаю, как делать. Типа, бля, ебать, хуевая техника, не надо, блядь, меня учили, блядь, умы качалки, блядь. Умы качалки учили. Братики, да. В смысле, выбрасываем носки. Не надо ждать Эдита, пока я обосрусь. Не дождетесь. Переодену футболку на рабочую. И идем заниматься в зале. Какая одышка, блядь? Нет никакой одышки. Карточку берем. Но наушники, не знаю, наушники не беру, потому что, блядь, буду с вами пиздеть. Михалина ебал? Блядь, что за сука ты мерзость, блядь, ебаная? Никого не ебал, отъебись. Пузо, да, есть пузо, и что? Что в этом плохого? Операция легкая. Что такое? Что это за записки, блядь? Happy to come back later. Все.
Все, я жду. Are you cleaning my room, please? Yes. 226. Okay, thank you. Откуда шрам на животе? Порезали. Резали меня. Все, идемте. Сказал, мне даже не надо сильно выебываться. Ну, вот такой видок. Фитнес-центр. Если что, мы занимаемся с тренером, поняли? Я не снимаю, я занимаюсь с тренером. It's my trainer. He's training me for the fitness center. Two hours. 24 hours. Фитнес-центр сразу там. Сука. Там музычка играет. Охуенно. Пусто. Пусто. Отлично. Ладно, смотрим, что у меня по этим, по тренировкам. Так, мужики, по тренировкам у меня тяга штанги к поясу, 2 разминочных, 3. Тяга штанга к поясу. А знаете, в чем проблема? А how many sets for you? Yeah, 5 more. You wanna work in with me? Yeah, I need the back. Yeah. А how many? Use this one, or we share this one here. Maybe it's this take. А how many sets for you? 4 more. 4 more, yeah? Yeah. Okay. Блять, вот. Ладно, сейчас я спрошу у братиков. Бля, мужики, тут одна штанга только, чтобы вы понимали. Я могу спину делать этой штангой? Или это будет хуйня? Блять, ну... Хуёво, блять, ну зал дерьма, честно скажу вам. Потому что нету... Где скакалка, блять? Где скакалка? Есть скакалка? Я в прошлом, я в Риксисе был, у меня скакалка была. Тут нет скакалки. Я на скакалке разминаюсь, пиздец, как хорошо. Тут-то нету ни скакалки, ни хуя, блять. Понимаете? Он сказал, 4 подхода у него. Бегай 40 минут. Нет, мне надо спину забить. Видите, тут не так, тут нету нихуя. Делай на этой наклоне. Будем делать на этой наклоне, хулином. 3 разминочных. Конечно, одной рукой такое себе все это перетаскивать, мужики. Да я ебал, закидывать еще. Блять, со стримом заниматься я еще ни разу не занимался, честно. Вот так, чтобы я соло ходил, блять. Мы сейчас сделаем 3 разминочных, не 2, чтобы разомняться. Куда вас только поставить, я хуй знает. Куда вас только поставить, я вот честно хуй знаю. Нахуй на ногах не устоять не можете, что ли? Что я сделаю? Я все сделаю по уму. Видно? Короче, это упражнение на спину. Вот.
И мы сейчас будем его делать вместе с вами. Напиши бицепс мне, пожалуйста, сейчас. Сейчас я зайду в чат. Половьтесь, мужики. Хотя похуй уже, может, и не половится. Козявки. Какие козявки, блядь? Какие козявки? На грифе в Смите? Да, блядь, ну нету, блядь. Там мужик делает, блядь, я жим в груди, я ничего не могу сделать. Она 20 килограмм, я сейчас по пятерке раскину. Ну и 40, наверное, у меня будет рабочий, скорее всего. Техника хуйня. Бородевич, ты чё, качок дохуя, что ли, блядь? В Смите делать это, блядь, дрочево, нахуй. Это просто дрочево, честно. Это просто дрочево делать в Смите, блядь. Я, если это освободится, я сейчас сделаю той. Быстро. Шут, сука, я сейчас дам по голове, блядь, кому-то в лоб дам. Слишком медленно. Вы чё? Вася, я знаю, как мне делать. Слишком быстро, слишком медленно. Слабак, накидь по десятке, сейчас. Спину, мне Олег написал, спину норм делаешь, хуйню пишут. Ну все, Олег, спасибо, брат. Поддержка, блядь. Мужицкая поддержка, блядь. Десяточки накидываем. Ладно, будем делать 50 рабочих. Какие козявки, блядь, вы чё пишете? Ты неправильно дышишь. Вась, не рассказывай мне, как дышать. Слышишь меня? Не рассказывай мне, как дышать. Я знаю, как дышать. Типа носом, блядь. Мужики, вы тоже не придумайте лишнего. Как дышать? Может, как, блядь, ходить, еще расскажете? Какие козявки? Ты оно стягиваешь, когда едешь, Санек? Что за вопросы, блядь. Так, я кидаю 50 килограмм и 3 рабочих, потому что это легко для меня. 40 килограмм я не чувствую. Я кидаю 50 килограмм и нормально делаю. Так нехуй каждые 7 раз считать. Это делают свободным грифом. Нету грифов тут свободных. Отель за 5000 баксов, блядь. За 7 дней нету свободных грифов, вы понимаете? Это не 40, долбоёб. Долбоёб, это 20 весит. Плюс 2 десятки и плюс 2 пятерки. Сколько это, блядь? Сколько это? Какие козявки, блядь, что вы, сука, пишете? Вы, блядь, что вы пишете, ебаный рот? Какие 15? Она не весит 5 килограмм, она 20 килограмм весит. Это гриф. Гриф 20 весит. Гриф весит 20 килограмм, мужики. Не 15, а 20 весит. Вы что, блядь, в зале не были? Сука, эти ебаные домашние. Пенисы, блядь. Вы что, в зале не были? Вы не знаете, сколько гриф стоит? Строит. Три рабочих по 10 кило, по 10 раз. Погнали.
дыши. Ты чё, ебался? Я дышу. Блять, я сейчас читаю и дышу одновременно, ёб твою мать. А теперь попробуй не в Смите, а обычным этим весом сделать. Да, я понимаю, в Смите легче. Но нету. Но, блядь, ну мне же надо спину чувствовать как-то. В Смите, сука, 15 кг весит риф, ебол даже. 20. Камеру назад я не буду ставить, бурку. А всем лишь бы... Лишь бы посмотреть на жопу, нахуй. Да по-разному в зале 20, Смит 30. У тебя тоже 30. Нет, у меня 20 весит. Короче, тут 50 килограмм. Я нихуя не понимаю. Что вы мне хотите сказать? Я вот кого-то из чата вот так выдергиваю и просто им 10 раз делаю. У него уже дерьмо по ногам течет. Нет. Покурить может, мужики? Покурить может? Фух, еще 10, да? Мне еще 2 подхода. Ну, с вами я быстро сделаю, мне кажется. За часик мы управимся. За часик мы точно управимся. Что с ногами? Все нормально. 50 килограмм нормальный вес, мне тяжеловато. Блять, ебать мой хуй. Сейчас еще сделаем. Спина не работает вообще. Ты, сука, блять, голова у тебя не работает. Синтоловый ты, блять, мозг. Спина не работает. Я, блять, чувствую, как у меня спина работает. Вась, я чувствую, блять, я когда делаю, я чувствую мышцы. Я чувствую мышцы, блять. Я чувствую, что я делаю, блять, такие вопросы. Что ты, Васек, работаешь? Ну? Как это работает? Я не понимаю. Потом у нас вот эта залупа будет. На спинку. Еще один подходик. Смотри, мы можем курить, а ты не отзавидовал их. Ну да. Это чтобы жопу накачать? Нет, это спину. Вот длины, блядь. Пиздоболы, говорят, блядь, пластмассовые. А ну сколько тут максимум? 16 килограмм? Оп. Раз. Два. Хуйня. Мало, блядь. Мало. Мало. Иди не позорься. Слабость. Еле-еле. Киль мужика, говорит. Все, ладно, мужики. Ну шо вы тоже. Начинаете, блядь. Последний подход. Нормально видно,
Коленки, что коленки? Ножки трясутся, не пизди, блядь. Ты у нас трясешься. А, мужики, если вы занимаетесь в зале, всегда убирайте после себя, нахуй, эту всю хуйню. А то некрасиво. Некрасиво, короче, просто после себя оставлять. Понимаете? Чтоб красиво было, поняли? Химик. Хуимик, блядь. Хуимик, блядь. Ладно, мужики, что дальше? Сидя тяга в тренажере, 5 подходов, 3 рабочих. Понял. Видочек, да? Фух. Фух, блядь. Тяжеловато. Ты очень жидкий. Ты, сука, жидкий. Почему? Антелю на место. Я понял. Да все, все, я понял, блядь. Что беговая дорожка? Зачем мне беговая дорожка? Мужики, я этот... Мне спина. Пять км пробеги со скоростью 20 км в час. Ты что, ебался? Короче, у меня вот эта штука. Куда бы вас поставить? Блять, куда вас бы поставить, мужики? Блин, это не мой блин. Это не мой блин. Не надо пиздеть. Это не мой блин, сука. Может, кто-то прям занимается сейчас. О, так там видно так. Так видно, так лучше. Так нормально. Сейчас я посмотрю завтра. Нормально, мужики? Мужики, нормально? А, тут же зеркало есть, ебать. Может, просто... Вот так ебануть и не выебываться. Вот так нормально? Кайф? Так, будем делать разминочные 25 и дойдем до 100. Или не до 100? Что такое? Как оно отбивается? Я беру всегда амплитуду максимальную, чтобы растянуло. Да нет, что эти 25, блядь? Это хуйня. 35. Два разминочных, нормально. Сразу 45.
25 ебашим. Хуй, ебать, видно все? Все видно? Вам видно все, мужики? Телек видно, да похуй, смотрите новости, ебать. Спину прямо, так я же не делаю. Блядь, и как его выключить? Я сейчас выключу, блин, нахуй. Блядь, как он выключается? Я хуй знаю. Не выключается, мужики. Ладно, 45. Погнали, разминешь. Ха, только не смешите, блядь. Ебать, жестко. Ладно, давайте. Рабочие 55. И дойдем до 65. Фу. Фу, блядь. За 30 ебаш, ну максимум 90. Как чел похуй. Да, найс. Сейчас туз порвется, нет. 90 могу сделать, да. Фу, бля, ебать, сильно. Мужики, сильно пиздец. Джейсусе Венге прокомментировал Макривского. Вот о чем я говорил в своем недавнем стриме. Абсолютно плевать, с какой ты страны. Если ты не пишешь на русскую аудиторию, говоришь на русском языке, твоя основная аудитория России, ты далеко летаешь в банк по запросу правительства за рекламу Казиха. В данном случае идет рост Макривского гражданина Украины. Хэзы, ну что с этим ребята вообще надеялись и продолжают стримы казино, даже после таких новостей? Ведь потеряв свой основной канал, ты в будущем потеряешь больше, чем получишь сейчас у Казика. Мы выход за это вброс, Макривский решил всех разыграть, но, предполагаю, это правда. Теперь вполне можно ожидать блокировку остальных стримеров. Я думаю, что в случае РКН прощупывает систему, будет ли реакция отвечать на них запрос, реакцию не получили, значит пойду другим. Ну все, мужики, ебать. Несемся, блядь. Несемся нам. Несемся. Вывезем сотку, пацаны. У нас вообще спортивный контент. Никакого казино, блядь. Не играйте в казино, блядь. У нас спортивный контент. Ебало, жаба гадюк. 10 раз. Дрищара, хватит обижать меня. Стони нахуй, я не буду стонать. Какие стоны? Не
кидай так. Блядь, да я не могу так не кидать, блядь. Ты козел накормила, а ты такое говоришь. Я всегда так говорю, брат. Какие козявки, блядь? Это про мои ноги, нахуй, что ли? Что за хуйня, лох? Кто это пишет? Забыл, с кем на земле ползал. Блядь, с кем я ползал? Ты что, ебанулся вообще? Брат, ты руками тянешь, более спину вперед заноси. Будет спину нагрузки больше. Принял, босс. АФК стрим. Вася, ты АФК, сука, сидишь дома. Ты, блядь, шершень ебаный. Клубничный джем ебаный, блядь. Квазимода, блядь. Ты сидишь дома, нихуя не делаешь. Мы с пацанами качаемся. Так, еще два. Локти прижимай, да. Пенисом лучше работать, нормально. Ну и слабенький, Вася. Видел под попушку эту? Да я нормально делаю, блядь. Води лопатки, сыграть, я сейчас сведу сейчас. Крыщ, ну блядь, за что булим? Погнали. 55 работаем, не будем повышать. Повышать не будем, по 55 крутим. Оп! Ого, ебать. Если я так буду громко стонать, я не буду. Я ж казино... Ой, блядь, я ж в спортзале. Я в ахуе, я сам в ахуе. Вообще-то стоны к силе прибавляют, ребят. Ты что, один в зале? Нет, с мужиком. Бля, мужики, еще надо один подход сделать. Тут никто в зал не ходит. Зачем, бля, на пляж бы пойти? У меня нету трусиков. Ну, на пляж стрёмно, там дети могут быть голые. Что, погнали, мужики? Погнали. Хули ебаном щелкать, блядь. Надо заниматься. Заниматься в зальчике надо. Бля, мокренький такой. О, нихуя тут амамончик, да? Yeah.
Нормально, блядь. Фу, ебать, два упражнения сделали. И видите, мужики, ничего сложного заниматься спортом. Ничего сложного заниматься спортом. Просто пиздец, изи. Что у нас дальше? Так, мне надо тренировки смотреть. Что у нас дальше? Тяга гантелем с упором на скамью. 4 подхода. Тяга гантелей с упором на скамью. Это как? Сейчас мы загуглим. Это как? Тяга гантелей с упором на скамью. Скамью. Понял. Я понял как. Локти поджимать надо, да? Нормально вот так? Вот так, да? Десяточки берем, да? Попробуем десяточки. Или поменьше. Да, я вот так раз, поджал локти вверх, да, опустил, оп, сжал, опустил, оп, сжал, опустил, правильно? Петр, а, сука, чуть запретку не прочитал, правильно? Или слишком низко? Поясу, оп, вот так, пояс, оп, опустил, оп, поднял, оп, оп. Да, норм, все, не пиздите. Меня видно? Я беру 14 килограмм. Раз, да? Оп. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. А? Десять.
12, потому что тяжело. Технику настроить надо. Нормально? Что за хуета? Иди нахуй. Нормально? А не, не надо, блядь, брать большие веса, если техника хуйни, мужики. Понимаете, не надо брать большие веса. Не надо брать большие веса. Да иди, блядь. Ну что не отговаривать, если техника дерьма, блядь. Зачем мне брать большие веса? Я не пойму. Типа, не надо, я хочу на технику делать красиво, а не, блядь, большие веса тягать. Человек пишет, ничего, ты еще не делал нам. Ты что, ебались? Ты без гантель и то руки поднять не можешь. Какие 12? Понятно. Понятно, не верят мужика. Не верят, блядь, своего скринера. Не верят. Не верят. Не верят в своего стримера. Да. Еще один. Пиздец. Ебать. Фу, ебать. Что слабоват? На нахуй. Какой казик, блядь? Не, это не трицепс, это спину. Я спиной делаю не трицепсом. Брат, трицепс был, если бы я руку, вот рука, и разгибал ее вот так, оп, 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 и мы качали трицепс. А так я делаю так, оп, и спинка сзади сводится, понял? Боже, сделал 20 раз и радуется, да, радуюсь. Чуть по чуть, блядь, строю себя. Фу, блядь. Строю, блядь. Ручка, ручка, Вась. Ручку видел, блядь? Памс, что ты не ожидал? Апер, пам. Да не, шнурки нормально. Так себе. Ой, лол, блядь, твоя ручка это просто, блядь, ветвь нахуй. Или сука ты? Животик мой. Пресс какой у меня, ебать, мужики, какой пресс? Ебала жаба гадюку. Вот такой пресс должен быть у каждого, понимаете? Чтобы девочка легла, смотрите, какой он мягкий. Ой, вот на нем прыгать, блядь, пацаны, вот такой живот должен у всех быть. Просто, блядь, чтобы на нем прыгали. Понимаете? Подушечка. Погнали? Фу, блядь, заткнись нахуй, ты чепушня, блядь. Фукает он. Сука, фукает он.
Опа! Бля, разогнуть руку не могу. Руку не могу разогнуть. Я вам отвечаю, не могу разогнуть пальцы, больно. А. Зверь. Ладно, смотрим, что у нас дальше. Махи гантелями, 4 подхода с упором на скамью. На заднее плечо. Блять, мне нужны пятерки, шестерки на заднее дельту. А потом у меня бицепс. Бицепс, потом в конце бицепс сделаем. Сейчас плечо надо забить. Разводку. Не, не. Мне братики пишут тренировку, я вечером стакан не подниму. Бро, ты что, я, блядь, 10 стаканов подниму. Вот как надо заниматься, мужики. Не люблю басик, не хожу в басик. Можно еще на пляж ходить, но я тоже не хожу. Что такое? F? Все. Все, блядь, я понял. Все, мужики, я понял, все. 20 отжиманий можешь сделать? Да нихуя делать, бро. Нахуя только? Я вчера их делал, позавчера. Америку не хочешь? Я не хочу в бан. Потому что я люблю стримить. Даже на 1000 онлайн я бы стримил. Не хочу стримить на какой-то другой платформе, пизду. Не хочу стримить на других. Да, если офу, у меня бан сразу. Да я шучу. Я до конца месяца здесь. Короче, смотрите, у меня сейчас задняя дельта. Сука, не люблю это упражнение, потому что оно ебуное. Оно ебуное? Очень. Очень ебать. Ох, ебать. По 9 килограмм я делать не буду. Но очень ебуное. Где шестерки? В чате? А? В чате, да? Блядь, а где шестерки? Подожди, а где шестерка? А, вот они, ебать, если хоть. Опять такое, но уже вот так, смотрите. Да, брат? Лучше, что поделать? Куда взлететь пытаешься? Ты заебешь ты. У меня до сих пор это упражнение получается. Да, оно ебаное, блядь. Но это на плечи, я его всегда делаю. Стоя в присяде. Не, мне с упором на скамью комфортнее, бро. Стрижися, блин. Я вот думаю, может сегодня постричься поехать. Леха, как волосы, брат? Как сам вообще? Ну, как ты вообще двигаешься, Кать? Леха. Алексей, Леша, Лешенька, ебаный рот, блядь. Норм, брат. Это хорошо. Ты не прилетишь? Ай, жалко. Фиги уже приехали, нет, они завтра приедут. Жопу качать, мне не надо жопу. А
Аня прилетит в Дубай на неделю, а я тут остаюсь. Да я присмотрю, Лёх, не переживай. Все нормально будет. Шучу, брат. Ген, ну как Ген, понял? Шучу, бро. Я тут там. Ладно, как-то в жизни тебе расскажу, если все будет нормально. Как увидимся. Лёха говорит, так я уже билеты взял, все, я лечу, блядь. А жаль, не прилетите. Я бы с радостью с вами увиделся, погуляли, почилили. Ну и мне здесь нравится, я каждый день гуляю на улице. Что-то мы делаем, куда-то ездим, каждый раз кушаем. Как полагин. Да, как полагин. Да, Никита, ты верный, ты верно прав. Что резко-резко связано? Нет. Я взял билеты и вот это, счет закупачился и решил тут остаться. Бро, зря. Тут теплый воздух, кайф, гуляешь, блядь, каждый день гуляю. Стримлю ИРЛы, вообще даже не думаю, что стримить, просто стримлю кайф, наслаждаюсь лайфом. Но только с этими, блядь, новостями, ну, хотелось бы грязючки, муки, монетки, но монетки всегда успеются, еще вся жизнь впереди. Так что по монеткам мы пока не двигаемся, будем на нищем. Хотя на каком нищем? Ебать, далеко не нищем. Ладно, у меня есть Никита, с ним мы что-то сделаем. Будем искать другие биржи. Я не играйте никогда в казино. Казино это проеб денег. Ребят, никогда не играйте. Вы, это не способ заработка, мужики. Никогда не играйте, мужики. Казино зло. Вы все меня поняли? Казино это зло, запомните, раз и навсегда. Не играйте. Да нет. Казино это зло. Я не рекламирую казино. Я просто лудоман. Я зависим. Но вы не будьте зависимы. Давайте не это дерьмо. Согласен, мне хуй пиздеть. Пора, блядь, жать. Блядь, никогда не получалось это упражнение, блядь. Ну ничего, получится. Не, ну я уже его делал много раз, бро. Мне 6 килограмм нормально. Пацаны, я вам говорю, чего я боюсь. Я боюсь, чтобы сам Твич меня не пизданул, понимаете? Хотя не за что меня ебашить. Я всегда говорил... Я всегда буду говорить, что казино это всего лишь развлечение. Это, блядь, не способ заработка. Это дорогой способ развлечения, понимаете? Я, не говори, я никогда не призывал кого-то дефать, блядь. Никогда. Типа, если вы думаете, что вы можете что-то выиграть, блядь, ребята, нихуя вы не выиграете. Не, ну, все может быть, но не, блядь, лучше не играть. А, да? Вот ты что призывал, не пизди. У тебя писюн стоит, когда ты тренируешься? Нет. Не, ребят, типа я играл в казик, потому что мне это нравилось. Я лудоман. Но я не хочу, чтобы вы играли, понимаете? Я никогда не рекламирую. Такой же злой вчера золотал 4 ляма. Не, бурмалды не будет. Очень долго пока.
страшного. У меня и зависимости нет, как таковой. Что-то придумаем, мужики. Не переживайте. Главное, чтобы мы с вами были, блядь. Остальное похуй. Прорвемся. Понимаете? Главное, чтобы мы с вами тут, блядь. Остальное похуй. Прорвемся. Так, еще два подходика. Плечо тоже делаем. Плечи, бицепс и спину. Ха, чел пишет, если Бурмалды не будет, может трафик на Кюбаху переведем. Больше вес возьми. Нет, я нормально чувствую это. Я здесь просто поддерживаю форму. Я заниматься буду в Стамбуле с братьями сильно. Здесь я поддерживаю форму, чтобы не зажиреть. Поняли? Как же жена будет? Ее же все попробуют пустить. Тоже не надо тут мне рассказывать. Если не будет Бурмалды, то Лол без зарплаты останется. Ну, Лолу не привыкать. Переходим на... Не зарплату, а на оплату. Теперь Лол платит мне бабки, то, что он модерирует меня. Не, я еще сейчас... пацаны, не переживайте. Я думаю просто. Я просто буду. Надеюсь, тебя забанят. Смотри, у меня есть власть такая, что я могу тебя ебать, дурачка. Там. Бам. Все, улетел. Фу. Погнали. Ластовый подход. И потом будем трицепс. Это уже 4 часа по Стамбулу, ебать, по Дубаю. 4 часа дня, мужики, найс, висим. Это мы отбомбили. Локти качаем, да. Не, мне надо вот это. Мне надо вот это, пацаны. Весим штангу, 2 разминочных, 3 рабочих, по 8 повторений, молотки стоя.
Мне, короче, вот это надо, блядство. Молотком по голове тебе. Я тебе сейчас, сука, дам молотком по голове, дурачок ебаный. Как же бы вас положить? Сейчас я, короче, придумаю. Ебаный рот. Видно нормально, мужики? Видно? Локти выводи, мне не нужно их выводить. Так, мне нужны пятерки. По 8 раз. Мне надо разминочные. На 10 раз надо сделать. У тебя нет фокуса. Ток нагрузок, настрелку. Что? Что ж ты пиздишь там? Какой 5? Штанга 10 весит. Это 20. Или сколько? 20 на весит. Сколько вот этот гриф весит, чат? Сколько он весит? Три десятки. Он 10 весит, да? 10. Ну тут 20 было. Но мне надо делать 35-40. Ну это два разминочника. И сейчас будут рабочие. Немного рабочих. Вот так и занимаются. Тридцатка. 35 можно. На 30 уже можно. 35 взять, где-то примерно 35-40 можно делать. Но мне и 30 хватит, чтобы забиться. Чтобы держать форму. Мне и 30 с головой хватит. На 8 раз. Фокус на себя поставить?
Нормально? На 8 раз делаем. Если что, добавим еще на пятерки, если легко будет. Чат, закройте, уничтожите его нормально быстрее. До носа подводи мышку, чтобы мышку ждать. Что? Почему так мало? Вот столько. Ну да, тут тридцатка. Ну я тридцаткой поработаю, но не просто. Просто чтобы этот. Просто не, ну, как вам объяснить? Короче, просто держать себя в форме. Пойдем покурим дома. Да, ты шо, мужики? С кем он разговаривает? С тобой. Блять, еле сделал. Это у меня бицепса вообще нет, нахуй, мужики. Ну, блять, ну его нету, поняли? Типа он не растет. Сильно, типа, мой стакан с питьем. Не только бицепса, ну да. Мне еще один раз. Остался сделать. Да не, пацаны, я тут тренить, чтобы вы поняли. Я приеду к братикам, и у меня было физическое. Я бы мог вообще не тренить, но это пиздец. Просто, понимаете, я в Стамбул приеду и буду дальше нормально тренить с братиками. Я просто держусь себя в форме хорошо. Много гуляю, много хожу, физическая нагрузка. Типа, я не вижу смысла не заниматься. Фу, блядь, руки болят, пиздец. Ну да, я очень много, я вчера гулял много. Очень много гулял. Алло, ватрушка, ты заебал по залу ходить. Я же отдыхаю. Что мне прям сразу сейчас делать? Надо чуть отдохнуть. 30 на 8, слабо, брат? Так это же есть 30 на 8. Где читинг? Я без читинга делаю, на прямых. Фу, блядь. Мне еще молотки остались, и все. Ну, с вами, конечно, я дольше занимаюсь, потому что я еще пизжу тут хожу, блядь. Но, блядь, ну а что? Руки выпрямлять надо до конца, только руки сильнее будут болеть. Нихуя не растет, только руки забиваешь, а мышцы так расти не будут. Все, я понял, профессионал. Спасибо, тренер, что вы со мной. Спасибо, тренер, что вы со мной.
этого все ебал. Ты, чел, ты сейчас позанимаешься и выйдешь на улицу, покуришь сишку. Смысл твоих занятий. Блядь, Вась, какой же ты, сука. Блядь, какая же ты, сука, синтоловая бошка. Блядь, ну ты рели буратино, я ебал Квазимода, блядь. Как будто я силу курю, там 5000 калорий в этой сигарете, блядь. Куча сладкого, блядь, куча калорий. Я курю силу и тупо меня раздувает. Боже, какой же ты, сука, валенок. Я просто ебал. И что силу я курю? Да, это вредно. Но, сука, она же не калорийная, блядь. Но у меня дефицит калорий, блядь. Как я нахуй наберу вес или физически испорчусь, если я буду курить? Я не понимаю просто. Да, она, сука, вредная хуйня, согласен, конечно. Но нахуй... Но, блядь, Вась, видел вот эту банюру, нахуй? Видел? Короче, молотки делаем. Делаем молотки еще и все, и уебываем отсюда. Я уже заебался тренироваться с вами, блядь. Три подхода. Сейчас попробуем десятками, если будет много, сделаем меньше. Я тебе написал в Телеграм. Ты, да, я буду без стрима. Ну, типа, я сейчас позанимаюсь, пойду против, выпью, покурю и все, я свободен. Кайф, я понял. Брат, ты видел, что на Твиче творится? Пиздец. Я взял 7 килограмм. Десятки тяжело, пиздец, я не вывезу. А вот семерочками добиться, перфектно. Я тебе не писал? А, я опять там написал сразу. Ну нахуй его, Костя, послушай. Я так подумал, блядь. Что ну его нахуй. Рисковать каналом ради... Ради, блядь, лямчика. Нет. Да, я вижу. Так, съебать нет сообщений. Степан, Кипр Степан пишет. Есть вариант залететь на свою игру 15 четверг? Чел вообще не видит. Я же стримлю в Дубае, да? Конечно, есть, Степа. Залетаю.
сейчас. Бля, ебать, у меня там сообщение, надо все чекать. Ноги реально китайские палочки. Нормальные ноги у меня тоже, блядь, не придумывайте. Не понимаю, чего вы ебались к моим ногам? Что вам не нравится? Что вам не нравится, мужики? Нормальные ноги. Блядь, футболки как вон. Все, ебали. Короче, я возьму десятки. Не-не. Не, ладно, добью уже семерку, не буду возьму. Я так чисто позанимался, чтобы мышцы были в тонусе и все. Это типа не тренировка на раскачку. Все, мужики, я позанимался. Чего вы угораете, суки? Тяжело, блядь. Тяжело, блядь. Все, я пошел, мужики. Мне бы еще кардио минут 20 походить, но я подумал, что я и так нахожу, блядь, сегодня целый день гуляю. Зачем мне делать кардио, если я и так целый день хожу? Фу, блядь, я того все ебал. Надо выходить, нахуй. Я того все ебал. Ой, мужики, я того все ебал. Блядь, ну не говорите, что такое моя комната. А, нет, не моя. Это не тренировка, это так отметится. Ну да, часик просто так. Просто так часик позанимались. Ну, в смысле, так отметится, бро. Ну, я говорю, зачем мне нахуй тебе что-то объяснять, сука, ты ва... Блядь. Чуть запретку не ебану. Вася, я не понимаю, зачем мне тебе объяснять? Если я говорю, я, блядь, я занимаюсь нахуй для того, чтобы просто физическую форму поддерживать, чтобы потом приехать в Стамбул и нормально заниматься. А ты, сука, кусок, блядь, головного мозга, нахуй. Что такое, блядь? Василий? Суки, блядь, опять пепельницу мою сломали. Нормально. Идем нахуй загорать. Фу, ебать. Оп. Оп, ебать. Ебать, ну рука напухла пиздец, пацаны. Я ебал то все нахуй. Напухла пиздец. Но не так не видно сильно, но... Ебать, но она как камень. Смотрите, я даже не могу, видите? А, блядь, долбоеб. Фу, ебать. Я того душу, блядь. Я того душу нахуй целовал. Сейчас бы минчик. Прикольно сделали бы мне тут. Ебать. Ну, у меня бицепс слабый, видите, его нету вообще, блядь. Я хоть пампил руку, смотри, расслабленный, напряг, нихуя нету вообще. Нихуя вообще нет. На... Что у меня за рука, блядь, кусок сала, сука? Напряг, смотри, где, блядь, эта залупа, блядь, кусок дерьма, блядь, не бицепса, нихуя, блядь, тюфелька ебаная. Ебаная тюфтелька, тут тоже, блядь, тюфтелька ебаная. Где бицуха, блядь, ну где? Берешь, блядь, ебешь, похуй, блядь. Я ебал, мужики. У меня что-то спина заболела, я так лег, заорал. Может, симку купим сегодня? Так у меня есть симка, просто, блядь, не везде ловит. Фу. А, плохой парень. Костя, давайте сделаем симку, постримим тебе, реально, нехуй делать. Типа, без проблем, сделаем, поедем. Покушать бы. Спать ложись, не. Не, мужики, да я сейчас, блядь, у меня фул этот будет. Носочки. У меня фул сила будет. Я бы еще сегодня, конечно, погулял кое-кем. Но я завтра буду гулять с кое-кем. Целый день. И все, мне похуй. Я не буду ничего делать, не стримить. Через сколько встречаемся?
Ну смотри, я сейчас курю сишку, пью протик, иду в душ, у меня, ну, блядь, то ты можешь сразу в мол ехать. Тебе в мол ближе, чем ко, ну, чем ко мне ехать, ты через мол едешь. Понимаешь? Где вены? Какие вены, нахуй? Я что, наркоман? У меня что-то спина заболела так. А, так лег. Фу, блядь. Фу, блядь. Что-то так спина болит. Что, идем сишку дадим? И протик выпьем. Сейчас замешаем протеинчик. Кушал. Не шел кушать, поняли? Просто замешаю прот. Дам сишку, пойду в душ и поедем. Не, ну я нормально выгляжу, я считаю. Это что за залупа, блядь? Это что за залупа, блядь, вылетела? Ебать черяк, блядь, какой-то. Это мне кто-то укусил, блядь, или что? Это что за хуйня, блядь? Вася, шо он такой огромный? Никогда на сиськах не вылазил. Третий сосок, ебать. Хуй его знает, что это, блядь. Да ебать, сколько работы еще, пиздец. Через сколько в Дубай-моле будешь? Мне надо похавать, симку взять, обсудить пару дел и можно стрим. Бро, в Дубай-моле я буду через минут 40-50. Мне ехать туда 30 минут, это раз. И еще 30 минут я буду сейчас вот эти все пиздоблястом собираться. После трени колешься? Да я нет, я только на органике, мужики. Я не употребляю нихуя, типа... Короче, нахуй оно мне надо, блядь. Я не люблю вот это движ, блядь. Несчастный. Зажигалка где? Суки. Суки, блядь! А, вот. Я не люблю вот этот движ, блядь. Колотильный. Ай, блядь, подрезали. Эпи-пи-пи-пи, сижечка. А, сделать пепельницу. Сколько весишь? Да 80 вешу ровно. Был 86, был 77, но сейчас поднабрал, потому что... Блядь, ну потому что ем дохуя, блядь, по 5 раз в день. Но внешне не меняюсь. Понимаете, нахуя? Я не меняюсь внешне, у меня все идет в мышцы. Я просто нормально ем еще. Рот, 73. Сейчас будешь куда идти? Ну я сейчас пойду покурю, в душ, протик пью. Нет смысла сейчас пить протеин, пускай организм сам, поняли, он наладится сейчас на нормальный ритм после тренировки. И я выпью прот, чтобы он потом хорошо зашел. Потому что сразу после тренинга хавать пить прот нет смысла, блядь. Телефон не уронил. После треньки, да? Дать грязи, блядь. Так что, пацаны, надеюсь, вы меня не забудете. Положитесь на канал, там вся хуйня, телеграммы. Презики открытые, вчера закрытые были. Я их сегодня на стриме открыл. Надеюсь, с Костей постримим, да, сегодня. Повисим жестко. Сейчас я буду еще дела разгребать. Там дохуя смс-ок. Когда будет контент? Когда будет контент на YouTube? Брать ничего смотреть. Ну, хуй знает. Ничего не придумал. Как забанят на Твиче, так пойду на YouTube видосы снимать. Какие-то, может быть. Давай, не оффай. Не, я все оффаю. У меня, во-первых, 20%, а во-вторых, мне надо сделать много дел. Мужики, тоже поймите меня.
градусов дохуя, 30 градусов где-то. Я того все ебал. Сейчас солнце пускай заходит, я хочу джинсы одеть. Вид? Вот такой мне вид. Да невозможно смотреть, блядь, мне глаз, сука, блядь, солнце пиздует. Я не могу смотреть, типа. Да, с таким видом курить вообще разъеб, ты шо? Почему не загораешь? Да нахуй нам не надо эти загары, блядь. Раковые клетки только, блядь, распространять. Вообще похуй. Ладно, мужики, давайте фоловьтесь, подписывайтесь на основную ТГ. Там вся информация про стримы будут. Лол, скинь основную ТГ, будь добр. Вот, подписывайтесь, не теряйтесь, пацаны. Забанят, ну найдемся, где-то что-то придумаем. Давайте я вам дам рейд кому-то, да, наверное. Дам жесткий рейд. Давайте, знаешь, кому дадим? Дайте булочки дадим, похуй. Булочки рейд дадим просто. А что булочки дать рейд? Может, в Чехию приедет. Потеплеет, поеду в Чехию в гости к ней. Все, пацаны. Спасибо вам за стрим. Увидимся с вами, не знаю, завтра я не планирую медиа-жизнь вести, я хочу пожить для себя. Спасибо вам, что со мной позанимались, надеюсь, вам было интересно. Ну так, один такой небольшой утро с моей жизни вам. Половьтесь, ставьте лайки, это я уже тренируюсь. И всем хорошего дня, хорошего настроения. Здоровья, счастья вам и вашим близким. Все, пока, мужики, давайте. Увидимся.